Да, не Мимирон, где тебе 10 тел надо. Ну, люди подзаебались после Алгалона того же вечера. Многих. Суждено, видимо, Денч. А в мили заносим, типа, блядь, что, как я понял, то, что он тушит, да, потом? Ну, типа. Да, да, да. Прям в босса, а мы же прям раньше так босса нахуй не делали никогда, типа. Делали мы всегда это. Да ну нахуй. Мы делали, ну, на нашем хиле мы это делали. На вашем, я не знаю, когда со мной вы пришли, вы это делали. Впервые слышу вообще, типа. Там, блин, можно, ты... можно заносить, можно, можно типа, наоборот, вдаль относить. Вдаль это, по идее, хуйня полная. Лучше хотя бы 1-2 скинуть. В идеале вообще 3 скинуть, но здесь у нас мастера уже масса края и все, типа 2, значит. Ну, это не 20-ка, где можно, блядь, хоть 300 сейвов отдать. Давайте, ставьте рыбу и, Карина, спекайся в ДД. Уже. Да. Заебат. Так вот. 8 тел убьем. Нормально. Бля, парни, мне после этого босса минут на 7-5 надо будет отойти. Ну, пока трэш пойдем. У нас контроля, конечно, вообще нету, нихуя. Ебать, мы сейчас пойдем трэш чистить. По одному будем убивать, что ли? Трэш. А, вы о чем не сказали, что мы без кулака били? Блять, я... Ну ладно, я на хп причал, похуй. Давайте. Блять, где эта параша? Вот она нахуй. Запускай босса, что тут обычку блядь. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Друзья, блять, картавая хуйня. Блять, все равно почему-то на некоторых боссах дестрик больше сука выдает. Да, ну. Да, я вообще понять не могу, типа крита нету нахуй. Как крита нет, ёпта. Ну нету у меня крита, я нахуй. Ну крит это, блин, рандом, оно может критануть тебе, блядь, чуть ли не каждый раз. У меня, блин, вообще там про крита... Забей, там у дестрика все зависит, типа если у тебя пет критует, у тебя 100% крит, типа, следующий шаг. А это я в курсе. И вообще похуй на твой крит, у тебя будут 100% криты. Если ты еще 20 прок, это вообще сок. Сок. Ну да, да, да. Я бы. Mm-hmm. Моя семья называется. Блять, да, понял эти. Ага. Блять, надо МП пока восполнить. А. На ТПС ни капельки не изменится, зато стало приятнее бить. Ну легче, конечно, намного. Ты пожарник-то, блядь, если бы долбоёбы на мине не взрывались, типа меня. Правда, один раз всего было, но было. Если все бы хотели убить его, они так шли на похуях побить его. Да хотели это все. Да они нихуя не все, я 100% уверен. Бать, что он такой большой, нахуй? Кто? Ну, босс. Какой же обычный. Ну не, у меня при этом подрос, ебать. Астишка от Данон, ебать. Нахуй ты мне истерию закинул. Я, бля, под своих у них был. Она не сбивается. Кто не сбивается? Пока ты свою, в своей прожимной, я не могу тебе истерию, допустим, закинуть. То же самое и у Ретрика, нахуй. Пока он с крыльями, я не могу закинули, закинуть. Закинули, давай с этого начнем. Мне закинули истерию, у меня появилась... Ну, хуй знает. Я тыкал... О, ебать, полетел, нахуй. Я тыкал... Можно закидывать? Я тыкал, я тебе говорю, я на своем ДК, блядь, когда кидал, нахуй, истерию. Ну, человек не кидается. Под крыльями или под этой хуйней, у меня не кидается. Не, у меня прописано. Ретрик вообще не кидается, у него неизможение вешается, потому что... А у Вара нет. И вару можно закинуть. У меня, я тебе говорю, я и вару не могу, типа, блядь. У тебя, видимо, ДМФ. У меня макрос прописанный какой-то, блядь, типа. Чё ты ебаешься? Ну, хз, мне пофигу, я на всех кидаю. И у всех перебивается, что у ФДК, ну, тоже урон его ж нет. Ну, хуй знает, типа, блядь.
Давай, Денчик, позабирай на себя, я бомбу повзрываю. А, голову уже пиздить надо, тоже. Я ловлю эти бомбы, ебало. По идее, они должны быть. Бля, ну больно тебе было. Да мне, наверное, асликом вообще похуй, я могу и голову потанчить, типа, я же хп регеню там, не? Да не, нихуя. Нихуя. Я все равно сдохну. Блять, а меня трэш за что-то бьет, нахуй. Я им ничего не должен. За то, что на мине взорвался. Не должен, ну, блядь, пиздец. Бля, чувак, я первый раз в жизни на мине взорвался, нахуй. Да это, ну, вообще такое... В смысле, оно в первый раз? Получается. Кого? Бейте трэш. Не, реально первый, нахуй. Не, танка не считайте, блядь. Танка, нахуй, если тактика такая, что взрывать надо. Чё, РДД в голову хуярят или чё? Да. Не, короче, играйте РДД и в тело. Я в голову сам побью. Балалаш. Я помню, как мы, блядь, сегодня... А, не сегодня, ну, или сегодня... Короче, кто-то, блядь, взял и убил голову, нахуй, на таких, блядь. Играйте в тело, я голову сам поиграю. Вчера это было 25 минут, что я помню. Да, когда вы голову, блядь, убили, а все остальные части пиздец. Понизу совсем надо. Ну, надо вниз играть, РДД, что-то, делитесь там. Кто там Поршу, блядь, наверх кидает? Ебать, вниз играть. Вниз играть все, вниз. На. По телу стопните и приключитесь по другим частям. По низу играйте, прям очень много по низу надо. Я кидаю. Хуёво кидаешь. Все, играйте все три части. Убивайте. Бомж ебаный. И я из-за скелетов не увидел мину. Парни, а вы как умерли, вот двое, нахуй? Я говорю, я из-за скелетов мину не увидел. Каких скелетов? Ну вот, блядь, вот в кружке скелеты валяются. Черепок мину заслонил, нахуй. Это жестко. Казак. Пойдемте везок с йога по фасу. Так, ладно, парни, 7 минут мне прям срочно. У меня, блядь, дно вывалится сейчас. Обвалившееся, прыгайте. Обвалившееся дно, нахуй. Дно столовки, блядь. Сколько у нас РДВ-щиков? 6. Да ебать ты, конечно, черт на РДВ-щики, блядь, прыгни в танка. Ну ладно, я прыгну-то в танк, мне не сложно. Давайте, пойдем трэшбить сегодня. Напомните, хилы же в этой черной луже не стоят. Стоят. Нет. Стоят. Не стоят. Ну, в нашем случае у нас хэпал не будет только стоять, все остальные будут стоять. Чё, ебать, куда пошел? Вон там с ребятами решил поздороваться. Сейчас я вам поставлю метку, будете в эту хуйню играть. Какой вот эту вот хуйню играете попасть? Все. Да ебать, ну не бейте эту, я на ней игру не набиваю. Блять, я звездочку бей.
Блин, в крит что ли немножко забиться? А? В крит что ли немножко забиться? Я забился в крит, 54% курики, но ради все равно же. Так, короче, тут трэш очень интересный, вот эту хуйню просто быстро убиваем, всех остальных похуй. Давай, все готовы? Все подошли, пойдемте. Прямо на месте там заклеили. Просто точно сыграли быстро. Блять, я каст ему не кик, но она сейчас грит. Она сейчас прыгнет нахуй, мразь себя. Куда она прыгнула? Она, короче, у вас будет. Я не хочу с этим трэшем кламать. Блять, что-то одного каста не хватило буквы. Ладно, я кикнул этот каст. Да его жезла разъебашил. У вас там просто каст был вот, хиловской, что-то я забоялся. Бля, пол ебал, а всех хилит этот хил. Как мы сейчас будем в 2 хикса играть, типа? У нас вообще контроля просто ноль. Мы сейчас, короче, будем так же зергать. Фиры не работают здесь. Хочу тебя расстроить. Блин, и не хантов, да и не рок не то, что творится там. Да, не малит, хуя вообще нету. Тупо мы сейчас 2 шипа даем, даже корней нету, нихуя типа нету. Просто 2 фикса даем, 2 зергаем и все. Пытаемся. У протовара дохуя станов есть, законтролишь. Я-то законтролил. Типа станчик, еще станчик. Ну приверженца зерганем, не то. Ну да, приверженца плюс ледяного мага зерганем и 2 этих законтролим, типа. Сейчас вот этого скипнем, я не хочу его бить. Пиздец долго. Давай везок со скипнем, до йога пойдем сразу. Я согласен. Ну, плащик я заберу. Сегодня. Надо плащик выбрать. Я пока не могу использовать эту способность. Нахуй его сюда поставили, если он, блядь, не агрится. Для красоты. Ну, он должен дверь держать закрытой. Хуёво он как-то держит. Держи вход. Холдер. Держи вход. Ходора мы убили уже. Ты про чё? Ну Ходора убили. Ходора. Ну да, убили. Блин, уже и забыл, что в первых сезонах обновленной Игры Престолов-то было. Чисто вот финал все убил. Левый или правый? Финал чистая хуйня, нахуй. Да, все убил. Дайте объяснимую оценку, какой пак легче, левый или правый? Левый. Правый. Ну там, блядь, один этот ледяной. Пациент. Так, вот эту хуйню мы, значит, блядь, зергаем. Эту хуйню зергаем, да? Вот эти хуйни даем шип. А где там еще? А, не, подожди, мы приверженцы, да, зерга? У меня есть гениальная идея. И вот этому шипы. Вот это вот мы танем? Я нихуя не понял. Сейчас, подожди. Вот это баним? Короче, звезде и печеньке мы даем хиксы. И Фарина дает печеньке, а Мирана дает звездочки хекс. А звездочка слетела, да? Вот так вот. Подходите сюда. Это же а чё, фернуть не варик, Антон? Не, херять нельзя. Грипп из черепов, короче, Денчик. Давайте, на раз, два, три.
Раз, два, три. Давайте хексы. Давай бан по элементалю и гриппай хуйню эту ебаную. Ну а ледяной маг, чё? Бейте, короче. По хардкору. Пиздец хардкор, нахуй. Залупа, сука, сфиро. Не фиряюсь, нихуя не делаю, согласен. Бейте как можете. Ну хотя бы забани лема. Пожалуйста. Забейте одного, давайте, блядь, по одному траю на каждого хуля. Я же сказал, давайте полосом у него, я хотя бы юн кину что-то. Ебать ты. Не-не, не сбили, блядь. Ебать хуёво. Пиздец. Давайте, бейте эту хуйню. 100 000. Скачок, куда, блядь, скачок, нахуй? Да куда ты гриппы? Я сам бил. Сбил. Бьем. Блять, мы, блять, лучше нахуй. Убили одного. Хорошо. Так, играем, а звездочку играем. Поставил черепок. Огненный столб кикнул нахуй, изи. Дымчик, блять, живем. Ждем помощи. Помощи не будет, блядь. Что, попытка номер два? Второго моба будем убивать. Угу. А, два хекса дали в одного, что ли, моба еще? Да эти же жабы ни хрена не помогают, они все равно кастуют. Ну, хотя бы бить не будут, кастят. Типа сало дадут, но не кастят. Не, они все равно кастуют. Ледяной стрел и огненный шар. Ну да, они вроде хекс им вообще не нужны. Не-не-не, а у них хекс летает от блинка, типа. И потом, что у них еще делается? Сало вот это кастуется. Mm-hmm. Давайте, попытка номер два. А ты что, паладин никуда не ходишь, что ли? Да, у меня времени-то нет уже сейчас. У меня или шаман, то хватает времени сходить. А ДКшка, ебать, в топовую гильдию. Да они нихера не собирают, блин, Вик единственный раз с ними пошел, дошли до этого, до Ануба, и у нас ДПС не хватило его убить. Давай как дефолт. Это грустная история. А ты тоже ходил туда? Нет, я представляю эту ситуацию. ДКшником он, когда собирали, блять. Ебать, мы там убили, нахуй, мы там в три хила, по-моему, были. Потом, вот тот же ШПшник, которого взяли, типа, ПВПшный, вот он был. И Ануба мы убили, ну, прям в бирсу, нахуй, прям, ебать, 5 секунд до бирсы мы его еще бьем, блядь. Мы его убили, там уже секунду до бирсы была. Ну, красиво, блядь. Она заблюзилась, и мы его убили в этот момент. Нормально. Ну, ШПшник, ну, тут у нас вот... А у него ДЦ тоже ПВПшный? А? У него ДЦ тоже ПВПшный? ДЦ ПВЕшный вроде. ПВЕшный? А чё он в ПВЕ, блядь, на ШП не одел шмот? Хуй знает. Я не шарю. Он вступил чисто с рейда, что я собрал, типа он вступил в гильдию. Давайте, ебать. Попытка номер два, убиваем черепов сегодня. А, вот это вот ледяного мага контролем, ему дает хекс Эйфорина, и вот звездочки дает хекс Мирана. Я еще бегу. А ромбик забань, пожалуйста, забань, Малак. Убиваем черепок, потом убиваем кружочек и все остальное добиваем. Все прибежали, давайте прыгайте вниз. Выбирайте свои таргеты. На счет 3 хет давайте. Подожди, раз. Подождите, паладина, блядь. Прибежите, все нормально. Давай. Раз, два, три, давайте. Малак бань.
Тихо, гриппа есть. О, хорош. Давайте, бьем, бьем череп. Ебаный уебок. Короче, я их забираю всех и просто увожу. Душегуба стонтите, кто-то там. Все, я их просто забрал и увожу. Ебать, я понял. Я вот так их только тут около бачкочек подержу. Вы, бля, там держитесь. Элементаля забаньте. Хорош, играйте в печень. Я стою, терплю, парни. Я не терплю, но я терплю. На нахуй, видал, бля, каст нахуй сбил. Нельзя. Давай, потом звездочку у меня забираешь. Я с душегуба вам постою. Элементаря тоже там кливайте уже. Гриппа и хуйня ебаная на звездочку. Ну это не звездочка, ну ладно. Давай, бей там. Свою хуйню. Давай я пока подержу здесь, она уешит. Ну все, бьем душегуба или менталя и идем, блядь, после ебать. У нас РГВ-шники сильные, танк сильный, и убьем. Давай, Денчик, иди пуля этого большого моба. Так, там босса не культе. Когда будет вот этот маленький моб взрываться, к стенке отворачиваться, чтобы в босса не улететь. Сейчас кого контроль берет, не взял его, ладно, повезло. Он промазал. Вот сейчас, когда вот этот моб взрывается, стойте в сторону стенки, чтобы в босса не отлететь. Денчик, тебя тоже это касается. Че, ебать, косой что ли нахуй? Да не, он просто передумал. Так, короче. Все, без меток, ставьте тотемы, куда, где вы будете стоять. Это, да не, подождите, надо как-то ману тригенить, блять, еды нету на ману. Ставь рыбу. Парень. Вон, рыба есть. Пригеньте. Поставите тотемы, где... Нет, мы босса будем держать вот тут, около руды, плюс-минус где-то. Ну, около вот тут вот. Сейчас метку поставлю. Плюс... А, я не смогу, да? Понятно. Чё-то плохо-то. А, я не смогу, блядь, details не позволяет. Короче, вот тут вот, где... Не-не, где вот тут вот моб сдох, вот тут вот будем держать босса. Вот тут вот будем держать босса. Лицом к рейду, и где-то вот тут вот, да, у вас тотемщики будут стоять, где-то вот тут вот. И в бачочек будете отбегать. Типа и назад крестик, все. Вот так вот. Вот так вот, да. У вас вот, ебать, если величайший воит, нахуй, он вам поносит, нахуй, что-нибудь. Тренирует. Может быть. Ну тогда и Фарина поносит. Копал под босса, бьешь с желтой синей джагой, да? Бьется. Желтый, но. Не-не, синий же бьется. Мана не легенится. Ну да, я охилить, чтобы желтый. А синий, чтобы ману регенить. Автоатакой. Короче, все, не ну, можно и можно синий там ДК, блять. Хуй сдохнет. Давай, ебать. Иди, пуляй, Денчик. Иди, веди его там, где мы тебе сказали танчить. Лицом к рейду держишь. Трепет, уберите, пожалуйста. Отведи босса. А. Я залгал, подожди.
Я понял. Погонивать. Ну, ты отлагать будешь? Скрыться меня. Не знаю, у меня все зависло. Ну, я заметил. Ну чё вы там стоите в кружок-то? Подойдите, блин, лучше разлейте нормально. Всё, забейся, лайкайте. Денчик, ты чё, ебать, альтов 4 нажал там, что ли? Не-не-не. Да сейчас долго заканчивай. Я знаю, что ты альтов 4 нажал. Не хочешь в этом участвовать? Не обиделся на тебя, то что, блядь, мы Мидерона в бычке убили. Сам виноват, ебать, как инвалид держал его. Ты охуел, морда, блядь, какой инвалид, нахуй. Ну ты не знал его, я говорю, вот танчи нахуй первый правильно, вообще пиздец. Да спульте трэш уже, сейчас приду, короче. Так, ну у нас 5 РТДшников есть, так что Холипал может зайти в мобилизону. Ребята, встаньте в кружок. Если даже плюнули назад, все равно становитесь в кружок. Спина должна прилететь в кружок. Ты отлагал там? Да. Клинч. Придите, ресните меня, пожалуйста. Мне уже лень бежать. Ты там не в гуще трэша сдох. Чё? Ты там не в гуще трэша сдох. Не-не-не, я сдох прям где танчил босса. Ну, кстати, Денчик, я додонил 2 сотки или 3 сотки, не помню сколько. 3 сотки додонил, у меня 15 лоял. Теперь 3% дэмэджа. Да хуетень, ну хуетень. Ну, я тут, кстати, тоже 3 лоялка. На основном аккаунте 4. Так, короче, покрестните. Я встану в мили, чтобы вам не мешать. Я отойду на 2 минуты. Все равно не дамажу. Каст. А? Каст. Ну, Денчик подкикает. Там все касты соло на ДК кикаются. Иду. Сейчас приду. Блять, вы что, я тут уперся, ни хрена нету, блин. Какая механика у Холипала тут? Он стоит под боссом. Йоп. Просто, а хилит кто? Ты. Ты танка хилишь. Я понял, я просто... Только мана не регенится. Я не был. Я понял, мана не регенится. А и лучше там же не будет, получается. Ты... Ну, а с атакой. Вот именно то, что в лужу, у тебя режется хилка то же самое. Ты кидаешь синюю джагу на босс и колотишь его автоатакой и кидаешь чисто флешку на танк. Тут РТДшников не должно сильно пробивать. Ну когда лем будет и когда босс будет это, герсу на себя кидать, надо светом небес танков прохиливать. Да, да, да. Да, нормально будет ебенить. Поставьте эту рыбу. Чё жадный? Чё как-то близко поставили метки эти? Ну ладно, сантиметрик дальше. Так, давайте, я вам лапу сейчас дам. Лапу дал, попой дал. Так, вот эту хуйню себе поставил. Все, сейчас приду. Одна минута.
Зумар, а чё древковую взял на танк? Не знаю, лучше ничего не было, нету пока что. Через десятки не падает? Нет. Без толста тут тоже. Даже его 200 какая-то. Это нормальная пуха, там меткость есть. Так, не знаю, в принципе, на такая меткость еще быстро собирается. Ну, с этой пухой еще лучше. Там с этой пухой можно в ПВП бегать на ДК, и бавит секс нахуй. Ну, видишь, он дополнительный ХП как бы теряет. А там похуй, там хп, он теряет, блядь, 20 хп, блядь. 200. Кто 200 теряет? Ну, за счет этой пухи. Которая с ласта? Ну, с йога. Типа, про это, что ли? Ну, типа такого. Так, с разрушителя какая была там. Ну, с разрушителя даже получше будет. Только она без меткости, если это вот именно вставить. На нем пуха для гротоп. На ком? На зумере? Угу. Да не знаю, урон как бы один и тот же, можно сказать. Бать. Ну, хоста тоже как бы ни к чему особо. Меткость единственное, что тут тебе пользуется. Чё, ты здесь? Чё мы стоим? Фарина, принимай. Давай, всё, поедете. Так же стат, ловкость тебе не нужен. Это будет красивая победа. Новую эру страданий. Я не понял. Кто на хулапку кинул? Знаешь, она ману жаль. Что, косты кикать будешь, зайчики, бай? Я же кикал. Какой ты кикал? Я кикнул каст. Я кикал тоже. Бать, ты бы скорострел. Бежали. Сбить у коста. Я под конец. Ну давай, давай, как умеешь. 5 секунд метка без ликова. И Фарина. Чебать. Валяет, не успел побежать. О, блядь, чудо-творожок, чё у тебя полманы уже нету, блядь, только начало боя. Не кастуйте, подождите. Бей. На, нахуй, летел, блядь, слово. Метка безликого, сейчас будет. Готовьтесь. Ой. Да что такое-то? Ну, вы метки, что ли, близко поставили? Не, откинул. Это слабость смертных. Ну, метки очень близко стоят. Да их откинуло ко мне, на мне метка без дика была. А. Ты есть, кстати? Угу. Сейчас, после броска. А, ну, если поставать, все равно нет, забей. Там она все равно не будет. Там немного и не надо. Метка без дика сейчас будет 2 секунды. Сейчас будет. Вас появилось. Чудо-творожок, портал. Портал, чудо-творожок. Охуя. Пешком. Бежит. Я же ставил портал, блядь. Бать ты нахилил, блядь, с того, как пиздец. Я тебе говорю, я ставил портал, нахуй. Нету портала, блядь. Ну, 6 минут стоит, правильно. Кружку становитесь, кружку. Да вы криво, бля, поставили. Сейчас метка будет. Пиздец, блядь, у босса хп еще. Метка. Мирана. Мирана. На, блядь, какой чел, блядь, у чудотворожек, что ли? Блядь, ну говорю же, кружок становитесь. На ёперный театр, не успеваем мы добегать из-за вас. Отлетаем из-за этого. На, блядь. Там урон. Я, блядь, вульяра, на. Сравнит его враг, ну, блядь, 70%. Бать мы хилим оконь. Ладно, если бы мы первый раз тут были, да.
Блять, на этом боссе-то мы все были. Ты не знаешь, что тут трудно в кружок, что ли, встать, чтобы не мешаться. Метка, одна секунда, метка. Кифарина. Ставлю. Что там по агру у тебя? На мобе. Давай, Деру. Да нету лужи у нас. Зашли. Дера пошла, Дера. Только хз зачем? Дамажи сейчас будем. Да не знаю, как это дальше, блин. Если вы отдать будете дальше, я могу. Хорош. Ну, у вас метки очень близко стоят, типа, вы бегаете именно по ним зачем-то и вы отлетаете. Попытка номер два, дайте нормально, я вам ебаные метки поставлю. Если вы по ним хотите бегать. Короче, метки-то это тоже... нормально, просто не становится в этот странный кружок, блин, из-за чего мы не успеваем добегать. Блин. Да просто 8 человек эту залупу бить, так, кое себе. Короче, тоже это, один трай и пошел. РТ в 8. Какую там еще гильдию вступил, какой РТ-8? Какую-то вечернюю, блядь. А название? Какая-то северная мифология, блядь. Я думал, пока дети спят. Норш мифология? Угу. Пока Грему, дети спят, там... там вообще пиздец. Там, там у них РТ, у меня, блядь, 5 часов утра, нахуй. Нормально хули надо. Принимай, блядь, и с самого утра, блядь, полетело одно за другим. Это мне с вечера сидеть, ночь сидеть, еще утро хуярить сидеть, да? Ну да, ебать, 4 чара, что хотел. Ну хули, если бы в выходные были бы полноценные, можно было и сидеть. Просто пиздец, сидишь с РТДРТ, нахуй. Ну то пиздец. Тупо в один день, блядь, 3 РТ. Ебать. Ну, кстати, были же такие люди, которые реально сидели на трех РТшках. Ебать, что это за люди, нахуй? Это не люди, это роботы. Да те, у кого нет лишней жизни. Не, вот знаешь, я вот играл в Stellar Rage, и вон там вот люди реально, они фактически целый день сидят и просто убивают там элитку, фармят себе. Я не понимаю, как они так живут вообще, блин, просто целыми днями сидят и херачат. Это где? Stellar Rage, игра на телефоне. Игра на телефоне? Да, игра на телефоне. И люди целый день там сидят, вот просто, и как я не забыл, они всегда там и фармят. Ну, просто кто-то, кто-то на работе играет. Едет на работу, с работы тоже играет, типа, без, ну, безостановочно. Я не знаю, сколько у них там... Я вот где-то год поиграл, но я нервы просто. Типа в мобильные игры и типа не смотрит, что у него на экране, так жмет ротацию на по клаве. А прикинь, мобилу ебашит. А прикинь, одновременно в мобилу ебашит, еще и вов ебашит. Мне это... Ну, я просто делаю, типа. Я в хостелку стал так играл. Чекай, блядь, чекай. Я раньше так в хостелку стал играл, сидел. Castle Quest'ом? Или как он? Castle Quest'ом? Или... Бля, как это называется, эта хуйня? Битва замков, короче, да? Clash of Clans? Не-не-не, там есть Castle. Castle. Что за хуйня? Ладно, похуй, неинтересно. Давай. Эти ваши ебаные метки уберу, на. Нормальные метки. Самая нормальная, да. На челика метку поставили еще. Короче, вот так вот вам, блядь, метку нахуй. И вторую метку за 3 пизды, чтобы вы, блядь, убегали. Потому что вы пиздец. Вы поставили метки там в ПНЖ, блядь, такой милипиздерической? Не, на расстояние хватает, просто люди не остановились в... Именно в кружок, они остановились где-то... Все, блядь, все погрешности нужно, что люди... Не станут ровно в метку. Не, не можно встать просто вот в этой ебаной. Не, вот именно то, что они... Вот я стою в метке, а кто-то вот стоит вот здесь вот, например, и заливает лужу. То есть я отсюда уже не успеваю хотя бы выбежать как минимум. Они стоят вот здесь вот, лужу свою льют.
То есть стать в метку вообще не сложно, блин, это ребенок сделает с закрытыми глазами. Я не сделал, я не стою в метке. Я на локе не стою в метке в 25. Я стою в бачку, чтобы быстрее убегать на свою сторону и быстрее возвращаться. Ну давай. Вот видишь, а я, блин, не успеваю зайти за таких вот людей. Потому что я стою в метке. Ну, 25-ки мы же чистим фулл трэш, влево и вправо есть проход, типа. Угу. Давайте, все готовы, все бафы есть. Убиваем эту хуйню с первого трая, идем йогу убиваем с первого трая и расходимся. То же самое делом, только вот метки, бля, нормально вам поставили. Давай, не пуляй, забьешь. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Полетели, ебать, смотри, полетел, блядь, дэмэдж. 10 тысяч крит. Все, автоатаки закончились. Переход. Что, успеваете? Вот я даже вылетел, что ли? Да, типа. Вам до конца стоим, не надо. Стоим, набегать. Стоим, куда вышли? Метка безликого, секунда, 8 секунд. Да вернись, куда ты ушел-то? Ёбаный, где вы в темной стене? Там. Вы чего делаете на локах? Ебать, что происходит? Не, ну, видимо, чело все, чело спать. Что-то лок вортанулся, блядь. Это да. Же вот наш, они специально сливают, чтобы разойтись. Да. Чисто из ПКР вышел там. На полдороги, блядь, встал. Я же говорю, я вылетел. А, ну сильно. Какую обычку мы сейчас пойдем спать, Дэнчик? Метка сейчас будет. Сейчас, кстати, человек любой... Хипа, выходи в РТД-зону. Да нахуя, ты хочешь продолжать? Не, да все домашний. Уже. Просто уже вроде падаем. А, да 100% забейте, все, падайте. Пойдем спать. Нахуй минус, надо. Минус 3 ДД просто все это. Время полпятого утра, народ. Сколько у тебя? Полпятого утра. Еба. Видишь, люди страдают, блядь. Конечно, ночью нахуй. Надо спать, все нахуй.